Киев, привет! Какие-то яркое, интересное событие. Поэтому с нас сегодня подарочки, розыгрыши, с вас хорошее настроение. Доставайте, друзья, все самое теплое, вот такие милые, есть. Классные зверушки. Согревайтесь. Желаю хорошо всем покататься, прогреться, проверить свои машинки в уходящем году. Говорят, что 20-й год будет еще интереснее. Ну, посмотрим, друзья. Я думаю, что в оффроуде он точно будет интересней. Приехали с нами машины, мы сейчас минут 25 будем пытаться, как мы будем работать, зарезать машину. Регистрация у нас продолжается, пожалуйста, проходите, записывайтесь у бобра, под синей палаточкой проходит регистрация. Дедушка Мороз, можно вас, пожалуйста, к нам? Расскажите нам, что нас ожидает в 2020 году? Такого, ну, хорошего, долгого. Интересных теплых. Все стараются там согреться получше. И буквально через 15 минут у нас начнутся соревнования. Thank you.
Деда Мороза. Дед Мороз! Класс! Вообще красота! Санта, Санта! Либо Дедушка Мороз, либо Санта! Друзья, отличная, классная команда приехала к нам прямо с елочкой. Тут Иван сегодня, который прочувствовал первый раз. Ну, да. Поздравляем одесситов, наших гостей с южной столицы, да. Ну, я думаю, что это надолго теперь, да? Конечно. Такое нельзя бросить. Как песня зацепила меня, да? Ну, я желаю, что вас, как говорится, и не отпускало теперь, да. Потому что это очень хороший образ теперь, такой образ жизни, это такой стиль хороший, классный. Мы будем вас рады видеть на соревнованиях, которые будут проходить, в частности, в Киеве. Будем вас ждать, приезжайте, участвуйте, побеждайте, набирайтесь опыта. Здесь всегда собираются очень хорошие, интересные люди по духу, по идее. Очень классная, большая семья, афродманьяки будут вас рады видеть. Поздравляем вас с дебютом. Друзья, пожалуйста, аплодисменты дебютанту Афрода. Вот он, друзья. Ура! Еще один человек, который вошел в число тех. Да, добро пожаловать в этот клуб. Спасибо вам. Кстати, чтобы счастье, здоровье крепкое, чтобы счастье заключалось вот в таких вот компаниях. Спасибо вам большое за организацию и, во-первых, и за приглашение. Ну и эмоции, 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 еще раз эмоции, самых-самых позитивных, которые может дать Афрод. Спасибо. Спасибо вам большое, приятно слышать теплые, хорошие слова. А также я бы хотел отметить, ну и всем подчеркнуть, сказать ребятам, что у нас есть такая интересная вот грамота, да, которая называется «За дружеский визит». И она уходит, как вы думаете, куда? Прилуки! Не угадали, не угадали. В Одессу! У нас есть самый дальний экипаж, который ребята утром проснулись, да? И приехали с Одессы к нам, чтобы покататься и отметить закрытие сезона. Тем более с Измаила, не с Одессы, с Измаила. Молодцы, ребята. Мы всегда рады вас видеть, поэтому если вам скучно в Одессе, поэтому приезжайте, мы будем вас всегда видеть. Молодцы, молодцы, ребята. С Измаила. Я просто в шоке, да. Так, также мы за дружеский визит. Это по традиции, Саня. Это мы, ну... У нас наши монстры, Прилуки 4x4 и Серега Масема, который вот сейчас вот мясом пытается накормить Макса. И вот он, абсолютно новый уровень. И мы верим в то, что 20-й год будет по-новому новый. Друзья, спасибо большое. Сегодня действительно вот в преддверии Нового года мы поздравляем всех вас, ваши семьи. С Новым годом, желаю вам счастья, Украине желаем мира. Афроду желаем новых побед, новых достижений, новых планах, их осуществления. Лично я в этом буду помогать, как смогу только вообще в целом. Поэтому, друзья, огромное спасибо всем, что вы сегодня вместе с нами. Продолжаем дальше отдыхать, пить напиточки разные. Вот девчонки говорят, да, напитки есть, да. Напитки покрепче, слова покороче, да.